Всем привет! Так, мы пришли в детский центр. Ко мне приехала подруга со своей доченькой. Вот. И мы пришли в детский центр. Это Алина, познакомьтесь. Привет. Привет. Там Эмилия. Сейчас покажем. Миля, спускайся. Давай. Вот тут куча детей и мы. Смотрите. Вот мы так тетя. Вот. Ну что, будем тетеньками. Какой штука. Класс, это то, что я хочу. Прикольно, да? А я впервые. И мне очень, нравится. Очень нравится. Там вот такие батуты. Я только что на них каталась. Прыгала точнее. Миля, скажи всем привет. Скажи привет. 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 Помаши ручкой. Вот так вот. Очень здорово. Я хочу быть опять ребенком. Это так классно. А туда нам можно? Так, что тут нам пишут? Ключно. А. А, все, не надо. Да, мы туда не идем. Можно? О, так идем. Я вешу 50. А, только маленькая. А. Класс, тут очень здорово. Мне очень нравится. Смотрите, тут можно... Тут есть плита. Кастрюльки всякие. Я очень в детстве любила всякие кухоньки детские. Это очень здорово. Да, я сейчас в Киеве. Зависает, да, немного? Немножко виснет, потому что тут плохая связь. Ой. Алина, нам пишут, что южноукраинск на связи. Пишут нам, да. Мне нравится людям, что мы пришли в детский развлекательный центр. Да, они просто завидуют. А, они завидуют, просто завидуют. Тоже туда идти? Никогда в жизни здесь не была. Супроводи батьки. Никогда. А просто посмотрите на этот рай. Класс. Здесь же можно... Я туда боюсь идти. А как оно? Боже, страшно. Лина. Пошли. А если я упаду? Ну тут же все мягко. Вот. Там еще... Я все-таки поднялась. Все, ребят, я буду прощаться, потому что у меня очень плохая связь, и я боюсь упасть. С горки? А, давайте я вам покажу. С горки. Лен, давай, ты первая. Мне страшно. А там мало шаров? Там мало, давай ты... Да поехали. Не, я боюсь, там мало шаров. Я ударюсь вот в ту палку. Поехали. Я ударюсь в ту палку, а вдруг мальчика ударимся. Да, Фася, мальчик ушел. Я боюсь. Алина, я боюсь. Давай. Давай. Иди, давай, ты первая, я потом. Я за тобой в эту же, туда же стану, потому что я боюсь. Ужасу. Мне тоже страшно. Давай, поехали.